Вот у нас вольер вожака. Совсем недавно еще здесь лежал снег. А посмотрите, уже все растаяло. И ветер подсушил почву. И левикам опять комфортно и тепло. Поглядывают за соседним вольером, что там происходит. А вожак во все стороны держит ситуацию под контролем. Хорошо Олег Алексеевич их распределил этой зимой. Никаких разборок, никаких выяснений отношений. Все мирно. Так что половина зимы уже за спиной, и уже скоро весна. Саванна хорошо отдохнет. Посмотрите, уже травка зеленая. Потому что как бы не было, но все равно львы бегают, вытаптывают, и саванне нужен тоже отдых. Посетители, малыши. Для малышей в парк Львов-Тайган это, по-моему, на мой взгляд, лучшее место, где провести выходной день. Не только полюбоваться животными, но и это своего рода такой урок зоологии, биологии. И естественно, что побывав в Тайгане, полюбовавшись питомцами Тайгана, у детей будет и больше интереса изучать ту же зоологию. Потому что одно дело, когда видишь на картинке, читаешь сухой текст в учебнике, и другое дело, когда вот так побывал в парке, увидел всех, заинтересовался. И тогда уже дети не ограничиваются текстами учебника, а сами ищут дополнительную литературу. Кто-то увлекается львами, кто-то тиграми. И расширяют свои познания о мире животных, о мире природы. Больше берегут эту природу, больше ценят. Поэтому, друзья, вот такая образовательная заслуга Тайгана тоже очень большая. Маленький философ отлежал бок. Надо перевернуться на другой. Поближе к вожаку. Правильно. Надо вообще к нему прижаться бочком. И теплее, и уютнее будет.
друзья, всем привет из вольера вожака. Пойдем посмотрим, что творится в других вольерах.